Всем здорова, дорогие друзья, с вами Даваск. В этом видео, это одна из самых классных рубрик на моем канале, мы будем одевать нашего брата-казаха. Поехали. Гильдия, палата номер 6, ищет адекватных бойцов от 14 лет от роду, имеющих 4-й алмаз в игре, имеющих страницу ВК, а также в игре ОС от 2. А также в это видео мы оденем офицера данной гильдии. Так, вот такой у него аккаунт. Так, он мне еще сказал, что можно у него тут чуть похозяйничать и пооткрывать лутбоксики. Я, наверное, думаю, что сначала по тактике из Наура мы откроем ему пару лутбоксиков, а потом уже пойдем с кайфом девать. Так, у нас АК-дракон и Скар. Погнали. По одному по тактике из Наура. Так, ну, Адама мы одели. Думаю, что дракончика мы ему выбьем. Очень бы хотелось. Давайте Скар сейчас. Вдруг выпадет. Хоть что-нибудь. Или Скар, или дракон. Было бы, конечно, очень круто, если бы выпало и то. Было бы вообще ништяк. Ну, посмотрим. 10 футбоксов остается. Так, может быть, аккаунт не понял. Выбираем Еву. Типа, вот у нас такая Ева. Выбираем Адама. У меня же работала тактика из Наура. Кого? Давай. Ну? Алло. Куда звонить? Я только что вот вчера выбил все. Инфомаса и Скар. Кого? Инфомаса и СКС. Врачу, сори, дракончик не поддался. Давайте десяточку. Лайк, подписка на канал. Открываем десяточку. Только ради вас. Давай. Ай, ну чё такое? Не, ну это грустно. 7 дней, 3 дня, 3 дня. Ну капец. Мне... Это не круто, я так не играю. Это насколько у нас повыпадали? На 2 месяца у нас выпал АК-дракон. И на 2 месяца Скар Купидон. Нет, дракон на 43 дня. Так, давайте оденем-ка мы персов сейчас. Так, начинаем. Так, у нас еще есть плащ с тайного магаза. Есть ли у него маска? Я думаю, что маска у него есть. Может быть и нет. Кто знает. Нет, маски у него нету. А маска нам нужна, которая за... Ох, короче, вот это. А маска нужна сейчас, вы скрин видите. Ну, в принципе, поищем что-нибудь. Я думаю, сет соберем, потому что аккаунт довольно-таки неплохой. Очень даже неплохой. Вполне себе, я бы сказал, аккаунт. Так, опа. Опа. Так, масочка. Так, не-не-не. А, у него же серый. Сейчас я вам такой сет забабахаю, ля. Мне скинули, я реально потек. Это очень годный сет. Так, а что у нас, не регнула прическа, что ли? Так, теперь, где у нас набор Мигеля? Танцы Мигеля. И кроссы нужны черные, черные кроссы. Черные, черные. Вот уже за БС, но все-таки боты другие нужны. Так, не то, не то. Ля, пожарный, пожарник прям тупо смотрится. Ля, вот это первый сет на сегодня. Делаем, нет, не так, вот так делаем скрин. Ля, красиво. Ну, можно, конечно, и с белыми кроссами, но уже так себе смотрится. Так, все. Ля, у него есть эти сапоги. Делаем скрин, это реально пушка. Ля, годно смотрится. Были бы у меня эти сапоги, я бы с таким сетом на основе гонял. Это реально пушка. Пушка-гонка. Так, плащик нам нужен. Тайного магаза. И нужно подобрать штаны к этому плащу. Так, это штаны, по-моему, с этого же набора. А как мы знаем, мы не любим собирать все с одного и того же набора. Так, оставим, давайте, команда.
Можно вот тут пожарника мы оставим, я думаю. И притчу, наверное, вот эту возьмем. Так, а по маскам что? По маскам больше нет. Команда тут смысл одевать, это тоже. Мне кажется, вот эту маску мы оставим. Это будет второй сет на сегодня. Так, у него были штаны Мигеля. Вроде бы там и норм штаны Мигеля смотрелись. Вполне себе. Хотя, тут и вот такое сочетание тоже норм. Но наверх, может быть, что-нибудь. Да, вот такой, не. Мне все-таки вот так, наверное, лучше. И штанцы тут тоже прям идеально подходят. Так, посмотрим, что у него вообще есть. Такой плащик. Кстати, ему выпал набор на мужика, с чем его я поздравляю. Мне же выпало два набора на девушку. Обидно было, обидно. Обидно, досадно, но ладно. Так, ля. Не, пожарник такой себе. Кстати, вот. Так, где наши черные сапожки? Вот. А как вам такой сет? Но, согласитесь, вниз лучше что-нибудь красненькое. Так, какие-нибудь серые штаны. Серые штаны. В принципе, вот так тоже вполне себе, но можно и светлые кроссы одеть. Светлые кроссы и эти же серые штаны, которые были. Вот. Мне кажется, годно. В принципе, тоже сделаем скрин. Отправим нашему брату. Так, штаны. Рокер, по-моему, у него уже есть. Такой сет я уже показывал. Так что, наверное, смысл его одевать я не вижу. Так. Давайте с голым торсом что-нибудь мы подберем. Так, это. Не то. Ну, давайте оставим эти кроссы. И, наверное, шляпу. Не, шляпа белая. Ну, такое себе. Штаны, наверное, возьмем. О! Кстати, вполне себе прикольно. Прикольно. Так, нет. Такое. Вот со смокинга вам интересно рассмотреть много сетов. Как раз у него присутствует и смокинг. И много можно сетиков собрать. Типа, наверное, первый будет вот такой классический сет. А, тупо маска главаря банды, смокинг, кроссы. Потом маска. Шляпа. Шляпу белую можно оставить. Насчет коричневого я не знаю. Такое себе. Если прическу вот такую черную, то маска, мне кажется, нужна именно от смокинга. Сейчас посмотрим, как сочетается. Хотя они отличаются только рисунком. Наверное, такая маска даже по прикольнее смотрится, которая с черепом. Не, культяпка это такое? Вообще не. А если с рокером? Тут что-нибудь розовенькое вниз нужно. Не, фи-фи-фи. Фу-фу-фу-фу-фу. Не-не-не-не-не. Может быть, кому-то из вас понравится вот такой сет. Возможно. Но мне не нравится, поэтому ищем дальше. Вот. Вот с такой мордой, думаю, тоже норм. О, давайте подберем с тыквенной. С тыквенной, мне кажется, много чего интересного подобрать можно. Так, она такая оранжевая. Ля. Ля-ля-ля-ля-ля. Топово. Так. И тоже какие-нибудь... Во! Какой дядя! Прям мужичара. Мужик. Нет, тапки такое себе тоже. Так, ну, где? Что мы одевали? Вот. Вот, мне кажется, тоже неплохой сетик. Топово смотрится. Но тоже можно вполне себе заменить этими штанами. Но вы знаете, как по мне, это идеальный сет, где торс и ноги, они с разных наборов. Поэтому пойдем дальше еще поищем. Но тут нужно именно что-нибудь оранжевое. А оранжевое это слишком яркое.
хотя, может быть, тоже кому-то зайдет. Но я все-таки остановлюсь вниз на драконьем пропуске. Вот так оставим. Так. Мордашкой мы подобрали. Может быть, с этим что-нибудь поберем. Или с новым джекпотом с масочкой давайте. А как с техником смотрится? Не. Не круто, мне не нравится. Так, тут мне зашло команда. Команда. Это с этого же набора. Белый кросс. Ну, что-то такое. Маска, она такая уникальная, что подобрать сложно идеальные штаны. И вообще идеальный сет к этой маске. Ну, давайте все-таки попробуем. Так, плащ, Халк, техник, Эль, розовая шняга. О, а марионетка-то, кстати, к ней подходит. Теперь осталось подобрать штаны к марионетке, чтобы вполне себе смотрелись. Мне кажется, я уже знаю, что. Ау, мне нравится. Я даже скрин заделаю. Да, маска и штаны одного набора. Но мне кажется, это лучшее сочетание, которое может быть на этом аккаунте. Конечно, мы досмотрим все вещи до конца. Но мне кажется, что мы лучше не соберем уже. Ну, хотя, в принципе, со штанами пожара нет. Они оранжевые, они слишком оранжевые для этого сета. Оставляем. Где эти штанцы? Вот они, ля, красиво. Мне очень нравится, прям гениальный сет. Очень нравится. Так, в принципе, все. Он еще попросил открыть ему MP40, 20 лутбоксов механических. Мне немного не повезло с калашом, но давайте все-таки ему откроем MP40 механический. Где он у нас? Говорили про правила 3 лутбоксов, про правила 4 лутбоксов. Давайте откроем 3-4-3-4. Для начала 3 лутбокса открываем. Не выпало. Так, где? 4 лутбокса. Механические 4 лутбокса. Открываем. Не выпало. Так, где? Вот. Давайте 4 опять. Открываем. Не выпало. Давайте 3 еще раз лутбокса. Ну, давай. Не падает. Так, давайте 2 лутбокса. Да чё ты творишь, один? Ну? Так. 3 лутбокса. Последний. Он попросил ему 100 алмазов оставить. Открыть. Ну? Есть! Аджари Гуджур? Блин. Я знал, что правило 3 прокрутов работает. А уф, MP40 мы ему выбили. Все. В общем, мы, можно сказать, прокачали нашего казахского брата. Обязательно вступайте в гильдию палата номер 6. Все ссылочки в описании. Это офицер этой гильдии. Сейчас мы посмотрим. Вот. Можно сказать, что кто вступит в эту гильдию, обязательно передавайте привет от меня. Обязательно, не забывайте. Поэтому всем огромное спасибо за просмотр. Спасибо, что досмотрели до конца. Вы самые лучшие, кто досматривает до конца. Обожаю вас. Еще раз говорю, кто хочет вступить в гильдию, ссылочки в описании на главу офицеров. Всем удачи, счастья, здоровья. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока. Ты поставил лайк? Поставил? Не поставил? Еще не понял. Мне встать? Ну, тот же. Не ставит, представляешь? Я сейчас могу встать.